Приветствую всех, Одесса на связи, 2 января 2024 года. Время 7.58, атака на Украину продолжается. Масштабная воздушная тревога, преимущественно все ракеты, которые были выпущены, летят на Киев. А пустили ракеты Х-101, Х-555 со стратегических бомбардировщиков. И уже было большое количество пусков ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31. Все кинжалы летят в направлении Киева. Была информация о том, что угроза кинжалов была для Харькова. Вот в Харькове также сообщается о взрывах, но преимущественно взрывы гремят в Киеве. Успешно работает ПВО. Обломки ракет упали на многоэтажку, если не ошибаюсь, в Печерском районе. Также в других районах города упали обломки, там и на складские помещения, и в парк. Вот, сейчас, буквально несколько минут назад, в 7.53 была информация о очередных пусках кинжалов в направлении Киева. В Киеве гремят сильнейшие взрывы. Сообщают о том, что в некоторых районах города пропал свет. То есть света нет, люди сидят без света. Судя по всему, куда-то попали по энергетической инфраструктуре или, возможно, превентивное отключение света, как у нас было в прошлом году. То есть когда идет атака, свет отключают, чтобы не было сильной поломки. У нас, в нашем регионе, в Одессе, в Одесской области, слава богу, все спокойно, никаких взрывов не звучит, в нашем направлении ничего не летит. Но, сами прекрасно понимаете, обстановка может поменяться в любую минуту, поэтому лучше тревогу не игнорировать, лучше находиться в безопасном месте, в укрытии, пока не дадут отбой. Я на связи, подписывайтесь на канал, до встречи, пока.